Всем привет! 20 число июля. Казалось бы, не самое клевое, самое рыболовное время. Тем более, что очередной слом погоды снова заворачивает на жару. Сегодня еще и грозу обещают. Но, как обычно, есть свободное время, и мы выезжаем на реку. Сегодня снова на Клязьму приехали половить на джиг щуку и судака. О, удар. Вот первая поклевочка. Довольно жесткая. Есть. В гоночку. Ой, хорошая рыба. Щука. Блин, сидит за самый-самый край. Ну такая, килограмм. Есть. С того же места. Опять, наверное, щука. Да, щука. Опять за краешек. Не, ну слушайте, этот пропер бейтс прям тащит. Он уже всего изрезали. Клюет на него. При этом на пионера не клюет, что странно. Thank you.
такая жесткая поклевка. Наверное, тоже щука. Ах, сошла. Ну, тоже щучка была. И снова сработал пропер бейтс. Только уже вот оранжевый. На 18 граммах. Ну, такая же щука, наверное, была. В районе килограмма. Ух ты, прямо у берега. Вот это уже похоже на судака было. Очень жестко. Опять там же такая поклевка сильная. Что ж такое-то, а? То, что перегруз. Кто-то не понял, что такое было. Есть, взяла. Доловил я ее оттуда. Шнурогай. Тише. А?
Ага, вот ты клевал два раза так сильно, да? Ну вот, смена приманки, просто цвет и вес груза с 18 на 14. Первый заброс. Ну, прям сегодня получается день вот этих приманок. На пионер почему-то не клюет. На всякие там классические, типа изи-шайнера, свинг-импакта, тиоги тоже. Ставишь вот эти, клюет. Вот это нормальный улов. Коромысло с фидерной кормушкой. Ну, в общем, все, ребят. На сегодня мы заканчиваем. Рыбалка получилась недолгой. Время у нас вышло. Ну и по факту получилось обловить только половину участка. Но несмотря на это, времени вполне хватило, чтобы понять, что рыба клюет, что она активна, и даже поймать несколько хвостов. Ну а на этом на сегодня все. Всем пока!